Турнир европейского кадетского цикла по шпаге среди девушек до 18 лет проходил в Братиславе 10 и 11 января. В нем приняли участие более 300 спортсменок из разных стран. В состав сборной Московской области вошла представительница Звенигородского училища Олимпийского резерва Юлия Полозова. В финале наша спортсменка сражалась с Яной Бекмуразовой, сумев завоевать серебро. Это отличный результат.